Латвийско-российские отношения продолжают улучшаться с того момента, как с визитом в Москве побывал Валдис Затлерс в 2010 году. Заявил сегодня на встрече с президентом Андрисом Бердзиншем помощник Владимира Путина Игорь Левитин. Он с двухдневным визитом гостит в Латвии. 75 миллионов тонн грузов обрабатывается в портах Латвии. Это большой объем грузов, и это наращивается. Говорили о модернизации железной дороги, чтобы перевести ее на электрификацию, о развитии авиационного сообщения, поддержке авиакомпании, которая работает здесь, и, конечно же, о наших экономических отношениях, которые в этом году должны показать двухсторонний самый большой результат. За последние годы до 11-12 миллиардов долларов США. В основном Россия заинтересована тоже перевозить свои зерновые продукты и зерно, потому что у России на юге только один порт Новороссийск, который не может все российское зерно перегрузить. По словам Левитина, вопрос о возможном визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Ригу пока не обсуждался.